продвижение в социальных сетях и акцент на личный бренд, различные аспекты информационных войн, борьба с фейками, эти и другие проблемы медиасферы обсудили на инфоруме. Тон обсуждению задал председатель Союза журналистов Владимирской области Александр Карпилович. Вот Союз журналистов, не то чтобы из последних сил, сил у нас предостаточно, стоит как раз на страже традиции нашей отечественной журналистики, российской, владимирской, неважно какой, отечественной, где каждый материал был подписан автором, журналист отвечал за то, что он пишет, то, что он сообщает своей аудитории. Участников инфорума приветствовали председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, руководитель нашего региона Александр Авдеев, глава города Владимира Андрей Шохин. Владимир Соловьев поблагодарил владимирских коллег и руководителей города и области за инициативу проведения такого мероприятия. Он сказал, что главная цель форума – повышение профессионального уровня журналистов. Владимир Соловьев высоко оценил качество работы Владимирского регионального союза журналистов в этом направлении и вручил Александру Карпиловичу почетный знак за заслуги перед профессиональным сообществом. Глава Владимирской области Александр Авдеев задал высокую планку дискуссии, предложив журналистам осознать свое место в той медиа-войне, которая развязана против нашей страны. Уметь противостоять фейкам, сохранять традиции качественной, ответственной журналистики. Вариться в собственном соусе не всегда получается нужный результат. Обменяться мнениями, увидеть какие-то подходы новые, узнать какие-то ошибки, исправить их. Действительно, если Союз журналистов вот организовал уже 50 форумов, уже есть обратная связь с регионов, уже можно что-то предложить коллегам, уже можно что-то рассказать из лучших практик, мне кажется, это только идет на пользу. В деловой части программы выступили эксперты. Они не только делились своим опытом, но и вовлекли владимирских коллег в плодотворные и полезные дискуссии. О качественной работе в соцсетях рассказала секретарь Союза журналистов России Юлия Загитова. Эксперт грантовых конкурсов правительства Москвы Мария Большакова и консультант Владимирского областного дома НКО Виталий Гуринович посвятили свое выступление технологии получения грантов для СМИ, которые могли бы стать ощутимой финансовой поддержкой изданий и одновременно инструментом для решения важных социальных проблем. Спецкор телеканала «Россия-24» Виталий Рутюнян, управляющий директор холдинга РБК Илья Доронов и доцент факультета коммуникации, медиа и дизайна Максим Корнев посвятили свои выступления различным аспектам информационной и контрфейковой борьбы. Одна из задач форума – собрать информацию о проблемах медиаиндустрии в регионах с тем, чтобы помочь отрасли. И буквально на днях от нас были отправлены бумаги в правительство вице-премьера Чернышенко, в Комитет Госдумы по информационной политике Хинштейну с целым рядом, с целым списком того, как можно помочь отрасли в данной непростой ситуации. То есть на подобных форумах мы еще и собираем эту информацию, ее обобщаем.